Вот я по поводу шрамов. Это воспитал детский дом у вас бойцовский характер? Ну, кто проходит детский дом, он всегда в жизни как-то увереннее себя чувствует и стоит на ногах. Это большая школа. Скажите, а вот всегда, когда начинался сбор урожая, осень почему-то для всех являлась неожиданно. И начиналась битва за урожай. Для вас это тоже будет битва за урожай? В этом году, да, будет битва, потому что в этом году нам государство, на ассоциацию ни одной копейки денег не отпустило. Ни одной Ни копейки. одной А как же вы копейки. будете выкручиваться? Мы просим наших бизнесменов, которые в нас поверили. Мы провели посевную на деньги бизнесменов и сейчас проводим уборку на деньги бизнесменов. А государство расплатилось за проданную, вернее, за купленную продукцию у крестьян за прошлый год? Частично расплатилось, но большинство не рассчитали. Самая главная мечта вашей жизни сегодня, очень коротко. Чтобы мои земляки жили очень хорошо.